Всем привет! Как-то время летит очень быстро, на календаре уже конец октября. Какая же погода нас ожидает в эти выходные? С пятницы в Краснодар придут дожди. 30 октября температура воздуха в краевой столице будет колебаться от 19 до 21 градуса тепла. Синоптики обещают днем небольшой дождь. В субботу похолодает. Максимум будет плюс 18 и снова осадки. Первый ноябрьский день сулит нам вновь дожди и всего лишь 16 градусов со знаком плюс. 31 октября отмечается Хэллоуин – день нечисти и всего сверхъестественного. А вы празднуете Хэллоуин и знаете ли историю происхождения этого праздника? Пишите в комментариях. До Нового года осталось всего 2 месяца. Тем временем на сайте «Блокнот Краснодар» появилась новая рубрика «Новый год». В ней вы можете разместить свой материал по привлекательным ценам. Спешим вам сообщить, что до середины ноября у нас действуют спецпредложения. Опубликовать свой материал в этой рубрике вы можете со скидкой до 40%. Не упусти свой шанс. По всем вопросам обращайтесь по номеру, указанному в шапке профиля в разделе «Реклама». С вами была Настя. Увидимся через неделю.